Право и организация социального обеспечения, экономика и бухгалтерский учет, гостиничный сервис, организация перевозок и управление на транспорте, садово-парковое и ландшафтное строительство. Стать специалистами в этих областях решили более 300 выпускников сочинских школ. Новоиспеченных студентов поздравили с началом учебного года. Это колледж, который возглавляет доктор наук, профессор. То есть это человек не просто высококвалифицированный педагог, но это еще и ученый, а это очень много значит. Колледж лучший, и вы должны соответствовать вот этому высокому званию, потому что потом ребята из колледжа, они поступают с преференциями в Международный инновационный университет или Московский инновационный университет. Благодаря тому, что академический колледж входит в структуру Международного инновационного университета, здесь реализуется система непрерывного образования. Ко всему прочему, академический колледж сотрудничает с различными организациями курорта, где студенты могут проходить практику и заодно определяться с дальнейшим трудоустройством. Хотелось бы пожелать нашим студентам, чтобы они обрели уверенность в будущее, освоив свою профессию. Академический колледж продолжает набор студентов по своим специальностям, работает приемная комиссия. Мы приглашаем всех абитуриентов, которые еще не определились, это старшеклассники, 10-й классы, сделать свой выбор и прийти обучаться на академического колледжа. Я поступила в этот колледж, потому что здесь высококвалифицированные преподаватели. После выпуска в колледже у меня есть дальнейшие перспективы поступить в Международный инновационный университет. Пришел в академический колледж, чтобы получить качественное образование, чтобы достигнуть высот в своем профиле гостиничный сервис. Я уверен, что в этом колледже мне дадут качественное образование. Уже сегодня студенты академического колледжа сели за парты сразу в 4 корпусах, расположенных во всех районах Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.